Доброго дня всем. Вот так бывает. Рвешь себе сорняк в самой дальней клумбе, поднимаешь голову, а тут вот такое. Когда я подходила к этой клумбе, я почему-то этого не заметила. Это голубой ангел расцвел, посаженный в прошлом году. В этом году он вот такой красавчик. Очень нежный клематис. Такие как гофрированные лепесточки у него. Ну, очень нежный. Это такое первое цветение, более-менее хорошее. До этого он рос у меня в другом месте. Там ему совсем плохо было. Жарко на солнце. И вот я его пересадила сюда. А здесь, видимо, ему хорошо. В общем-то, иногда нужно поднимать голову. Всем пока!